несмотря на то, что система или какая-то власть или что-то, что стоит над людьми, пытается воспринимать всех как что-то общее, как что-то одно целое, как что-то серое, как что-то незаметное. Несмотря на это, у каждого человека своя душа, она все равно требует роста, требует какой-то свободы, требует творчества, требует какого-то полета и стремится куда-то, что бы ни происходило. Задача этой системы как бы больше приравнивать, но душа прорывается обратно. Что стоит над всем этим? Тебе хочется быть не просто какой-то машиной, которая выполнит указания, но ты хочешь чувствовать, что ты часть чего-то нового. Я знаю, что все как бы уже создано, все уже сделано до нас, но мне все равно хочется попробовать. Если ты стоишь, значит, ты медленно начнешь идти назад.